И снова здрасте! Мы продолжаем раскрашивать город в красный цвет, потому что мы дальтоники, думаем, что красим в зеленый, а красим в красный. Думаем, что красим в синий, а красим в красный. И мы продолжаем играть в уровни, созданные игроками. Следующий уровень — это у нас Skyrim Dragon's Search. Dragon's Reach. Пардон. Как я уже говорил, английский — это третий язык, который я не знаю. Я двух языков не знаю. Нет, я два языка я не знаю. Вот английский — третий, я не знаю. Вот. И вот это вот Dragon's Reach мы сейчас и будем... Кстати, рядом наш супермаркет, который мы играли в прошлый раз. Как играли? Мы его разнесли просто. Сначала он нас разнес пару раз, а потом мы его в отместочку. Так. Окей. А эти типа за нас? Вот тут сразу... тут волыны сразу можно взять. Дайте волыну. А кого бить-то? Эти двое наши. Они за нас. Здравствуйте. Кому въеб... Добрый день. Как ваши дела? Нормально, ну и у меня неплохо. А что делать-то, ребят? А кого тут бить? Вот этих бить? Давайте этих бить. Я тебя спас. Я герой. А ты что улегся-то? Давай в бой. В драку. Фига себе. Ха, блин. Вот это удар. Полбашки разнес. Красавчик. Пошли. Он не должен встать. Я верю своему человеку. А это там кто такой? Король? Царь? Ему насрать на все. Он такой флегматичный парень. Ау! Нифига себе, такая толпа за мной вбежала. Офигеть. У меня развалилась дубинка. Дайте другую, пожалуйста. Меч! Башка с плеч. Ну или что там у тебя с плеч упало, я не знаю. А тебе в затылочную часть башки, в репную часть тыквы. Ты что встал? Лежи. Отдыхай. А? Как он меня сейчас не попал, я и сам не понял. Ну чё? Здесь все чисто, зачистили? Там что-то еще внизу есть. Какое-то помещение. Какое-нибудь имбовое оружие, да? Нет? Нет. Стул не имбовое оружие. А здесь что? Котана! Секрет. Ладно, посмотрим, что там за секрет. Эй! Иди отсюда. Я самурай! Затойчи! Куда ты лезешь-то? Скайрим, блядь. Ох ты, тварь! Я, кстати, в Скайрим не играл. Ну ты мразь. Это вообще жесть была. Как он кинулся вперед-то, тварюга поганая. Ха-ша! Ну, затойчик вам пришел, ребята. Затойчи на русском — это пиздец. Это пиздец, мам. Так, что там у вас? Дохлый труп? Да тут целая куча дохлых трупов, это подозрительно. Что-то тут произошло. Надо расследование проводить. О! Там живые трупы, живые не трупы бегают. В Скайриме была катана? Кто в курсе? Это, по-моему, больше на катану похоже, то, что у меня папа вперед метнулся-то. А, развалился! Сволочь, у меня развалилась катана. Блин, она охрененное оружие. Здесь копье валялось. Мне нельзя сейчас на ближнюю дистанцию выходить, потому что у меня 4
Врага осталось. И хп очень мало. Три врага. Прикольненько. Ножики, сабельки. Сабелька, кстати, дамажная хрень. О! Мечи, копья, копья. Кстати, я все еще хочу пойти посмотреть на этот ваш секрет. Что там за секрет? Где это был, это ваш секрет-то? Царь сидит, у него все хорошо. На троне. Восседает жопой. Да, в принципе, чем ему еще, казалось бы, там восседать? Throw something. Thanks for playing. Разработчик, красава. Красава. Это было прикольно, реально. А где там, кстати, где там был этот секрет? Я запутался. Что за секрет? А ты кто? Нифига себе. Вот это красотища. Не, разработчик этого уровня просто красава. Биты бейсбольные. Ну, блин, вот это фантазия у человека. Я охренею. Красота. Ладно, погнали назад. Надо искать этих. Они меня не нашли. Где-то еще должны быть несколько придурков. Придурки. Вас несколько, и вы где-то должны быть. Царь-король, наверное, тоже считается, но я пока его не хочу трогать, пока он сидит и мне не мешает. О, господи. Иди ты к черту. А! Я лучше бы его грохнул, блин. Лучше бы я этого козла грохнул. Ну, успею. Успею. А! Ну, почти. Продамажил я его хорошо. Не! О, он еще и загорелся. Ха-ха! Лол, пыкшуш. Сам виноват, дурак тупой. О, биты бейсбольные тут. Ваш царь увлекается бейсболом? В Skyrim бейсбол вообще в моде. Кто играл, кто в курсе? Попадание. Ружечку. Нуль. Ня. Ня. А что здесь было у нас? Посмотрим. Куча уродцев. Куча копий, палки всякие. Блин. Не, уровень классный. Но особенно динозавра. Динозавра вот это. Это прям вот класс. Разработчик прям вот молодец. Жестко он это все. Так, где это был? Это, кстати, тоже прикольная штука. Кидаешь и читаешь надпись. Thanks for playing. Вот этот вот секрет. Прям вот. Пойти надо еще раз посмотреть. Ну, смотрите сами, ну, блин. Выкинуть нафиг, чтобы не мешалось. Видите, какая красотища. А? Из подручных средств, между прочим. Вот так. Прям красота. Ну что, погнали на выход? Мы всех победили. Skyrim пройден. Блин. Заблудился немножко. Костер. Жарься, пекись. Союзники мои что-то не дожили. Знаешь, что такое? Странная какая-то конструкция. 8 минут мне понадобилось на то, чтобы пройти Skyrim. Мировой рекорд. Просто вот мировой рекорд. Кто еще может пройти Skyrim за...
сколько там, 8 минут, 2 секунды. Вот. Классный уровень, разработчик молодец. Очень понравилось. Особенно динозавр. Динозавр хорош. Ну и, конечно, все эти запутанные ходы, там вот эта фишка с Thanks for Playing, это тоже классно. Вот как-то так. Что ж, на сегодня все. Еще один классный уровень мы отыграли. Приходите еще. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег. Всем пока.